Приветствую вас. Вы вопрос свой задаете некорректно. Вы спрашиваете нас о том, правильно ли вы поступили. Правильно, с точки зрения кого? С точки зрения вас, с точки зрения парня, с точки зрения нас, с точки зрения кого-то еще. На мой взгляд, вопрос поставлен абсолютно некорректно, потому что правильно вы поступили или нет, зависит только от вас и от ваших моральных позиций. Как психолог, я вижу проблему в том, что, вы не уверены в себе, потому что спрашиваете, как поступить, и сомневаетесь. Б, вы не можете принять подарок, который, ну, судя по всему, вам нужен, и, ну, я имею в виду iPhone, а просто боитесь, что вы будете должны мужчине, что-то, молодому человеку бывшему, и вас пугает именно ощущение того, что вы будете ему, вероятно, должны будете, ну, что-то сделать для него. Вот. На мой взгляд, эта позиция крайне деструктивная, потому что тут вы боитесь быть должен, это чисто ваша проблема, над которой нужно работать с личной ответственностью и ограничением себя от других людей. И, соответственно, возможно, чувство вины, стыда, чувство того, что вы должны, например, быть опять же молодому человеку, да, то почему должны, чего должны, вот. И, с другой стороны, это, наверное, все-таки принятие себя и своих желаний, потому что, когда вы говорите в шутку, что нужен iPhone за моральный ущерб, ну, это, скорее всего, действительно желание iPhone и действительно моральный ущерб. Шутка здесь выглядит как обесценивание. Вы, конечно, Ольга, можете предположить, что я здесь, как бы, придираюсь к словам, но, на мой взгляд, это именно так. Вот. Также я думаю, что значит, вы ему не доверяете, а если вы не доверяете ему, то, скорее всего, вы не доверяете сами себе. Если вы не доверяете себе, то, в общем-то, это уже проблема, то есть вы не можете положиться на свои чувства, какими бы они ни были. Вот, а многие почему-то их обесценивают и считается, что их быть не должно. Вот. Дальше. Дальше. По моему мнению, подарок вы принять совершенно спокойно можете. И принимая подарок, вы уже делаете одолжение человеку тем, что позволяете ему выступить для вас кем-то там благодетелем и так далее, так далее. Но это ни в коем случае вас ни к чему не обязывает. То есть это не обязывает вас возвращать ему деньги, это не обязывает что-то делать, значит, ну, что-то делать еще. Понимаете, какая история, то есть это вот такой момент, и на мой взгляд, тут вот только так, и вряд ли можно как-то сделать еще. Вот, на самом деле, сомнения ваши, которые у вас имеются, они, ну, вот, нуждаются в корректировке. То есть это вот именно первое самое, что прям вот очень-очень-очень сильно нуждается в корректировке. То есть сомнения — это всегда неуверенность. Сомнения — это всегда неуверенность. Неуверенность в первую очередь в себе неуверенность. Вот. Поэтому это нужно обязательно корректировать. Вот. Чтобы вы стали более уверены, чтобы у вас была более такая
четкая позиция, вот, чтобы у вас была более полная позиция. А вот, мне видится это так. Вот. А мне видится это таким моментом. Вот. А вот, в принципе, наверное, то, что я могу вам сказать. А, ну, наверное, то, как можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. А, на этом все. Надеюсь, что было полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы его сделаете лучше. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.